Всем доброе утро, день или же вечер. Я рада приветствовать вас в своем видео, в котором я вам покажу, как проходит мое школьное утро. Перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Встаю я, конечно, в 5 утра, так как я очень продуктивна и за утро должна успеть сделать кучу дел. Да, конечно, чё ты врёшь? Молчи, креветка мелкая. Первым делом после пробуждения я иду умываться и чистить зубы. У меня капец как много всяких масок, скрабов для лица и так далее. Ну, как бы вот, посмотрите сами. Тут реально огромное количество всяких кремов. Я даже не знаю, зачем мне столько. Но на самом деле я обожаю пользоваться всякими штуками для умывания, чтобы моя кожа всегда была чистой, без прыщей, потому что я ненавижу прыщи. Стоп, это что такое? Это прыщ? Теперь я застилаю кровать и начинаю делать зарядку под энергичную музыку. Стой, вот это сейчас 5 выключи, живо! Да, ты достала! А вообще-то я бегаю по утрам, потому что это полезно, и я, конечно же, спортивная, правильно питаюсь и так далее. Ну что ж, начнем бегать! Я уже вернулась домой, моя пробежка закончилась. Так и не начавшись. Да, Хлоя, блин. Ты серьезно думаешь, что тебе поверят? А вот тебе откуда знаешь, что я не бегала? Ты вышла и вернулась через 3 минуты. А может, я через телепорт бегаю, тебе откуда знать? Теперь я, как обычно, иду завтракать, но не дома, а в ресторан. Ой, мам, спасибо, было очень вкусно. Я побежала, мне надо снять кадр для видео в ресторане. Итак, друзья, я уже пришла в свой самый любимый ресторан и сейчас буду кушать. Посмотрите, как тут красиво. Обожаю здесь завтракать, особенно на веранде на свежем воздухе. Что будете заказывать? Ты что, ты пристал? Нет денег у меня, я пару кадров для видео снимаю. Чокнутая. Ребята, я сейчас иду домой, время только 5:50, а я уже столько всего успела сделать. Кстати, ресторан очень далеко находится от нашего дома, поэтому за утро я прошла уже очень много шагов, потому что иду домой пешком, а не на такси. Ну что ж, я уже дома, сейчас буду заниматься своим любимым делом, монтировать видео на свой YouTube канал. Ага-ага, конечно, любимым. Опять ты зануда. А ты вспомнишь, что вчера было? Я ненавижу монтировать, почему у меня слетели все звуки, а ты тут вообще откуда, я тебя не добавляла, а ты что вырезался, если я сейчас такое устрою, да какого фига, то все так криво, я сижу, значит монтирую по 10 часов, а тут такой ужас и кошмар, почему все основные звуки тише, чем музыка? Как думаешь, у нее все нормально? Мне кажется, не очень. Что у тебя тут случилось? Я монтировала, он взорвался. Ребят, прошло только 20 минут, а я уже успела смонтировать 4 видео. Я просто уже научилась очень быстро и одновременно круто монтировать и делаю видео заранее, чтобы они выходили каждый день. И я считаю, что за такое ты обязан подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Теперь я уделю полчасика на чтение и повторение домашнего задания. Я его, конечно же, всегда делаю. И сейчас просто хочу закрепить материал, чтобы, как обычно, получить 5. Ага, сейчас камеру выключишь и в телефон будешь играть. Да, Хлоя! Мне уже скоро выходить, поэтому я начинаю самое важное. Выбор одежды. Как вы знаете, у меня капец как много вещей и выбор просто огромный. Иногда мне кажется, что моя комната это огромный шкаф, в котором я живу. Ну вот и все, я собралась и теперь иду в школу. Шутка, я остаюсь дома, потому что сегодня контрольная по химии.